Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала оздоровления. Сегодня мы с вами поговорим о том, как ставить горчичники. Ну, все практически люди знают, что в медицине горчичники используют как согревающие средства, которые вызывают прилив крови и углубляют дыхание. Горчичники назначают при воспалении легких, бронхитах, ревматизме, невралгии, гипертоническом кризе, риске инсульта, стенокардии и для рефлекторного воздействия на функции кровообращения. Чтобы поставить нам горчичники, потребуется вот такая упаковка горчичников, которая продается в аптеке. Здесь она упакована вот такой длинной лентой, и от этой ленты вы можете отрезать такой кусок, который нужен вам по размеру. Еще нам потребуется полотенце, полиэтиленовый пакет и полотенце побольше. Кроме того, желательно поставить такой столик рядом с кроватью больного. На него поставите вот такую глубокую миску, в которой налита очень горячая вода. И нам потребуется еще блюдце с теплой водой для того, чтобы замачивать горчичник. Но эти горчичники всем хороши, кроме того, что их можно держать всего от 5 до 15 минут. Почему? Потому что здесь непосредственно на тело накладывается слой горчицы, и долго выдержать такой горчичник не удается, и тело, как правило, не успевает прогреться. Наш с вами способ позволяет согревать тело не непосредственно горчицы, а ее парами. Ну, вы видите, что здесь два слоя на нашем с вами горчичнике. Один слой, вот он внутренний, в нем имеются вот такие квадраты, в которые насыпана горчица. Этим слоем ставят горчичники на тело человека. Для того, чтобы сделать горчичники, нам с вами потребуется свернуть полотенце в 6-8 раз. Мы сворачиваем по размеру этого горчичника. Вот таким образом сворачиваем. Кладем свернутое полотенце в нашу миску с горячей водой. И одновременно кладем наш с вами горчичник в теплую воду горчицей вниз. После этого мы вынимаем полотенце, отжимаем воду, накладываем горчичник той стороной, в котором горчица, на эти свернутые 6-8 слоев полотенца. Если кусочек остается, мы его просто загибаем. Сверху мы накладываем наш с вами полиэтиленовый пакет. И вот этой стороной, где у нас расположены 6-8 слоев полотенца, мы накладываем вот этот сверток непосредственно на тело. И сверху накрываем вот этим большим полотенцем, чтобы удерживать тепло. После того, как пройдет 20-30 минут, вы снимаете вот эту упаковку с тела, вытираете полотенцем досуха, и можно помазать покрасневшее место каким-нибудь кремом. Но в тех случаях, когда используют для прогревания легких, еще можно мазать это место барсучьим и медвежьим жиром. Таким образом, использование этого метода позволяет вам глубоко прогреть нужное место и тем самым улучшить состояние вашего здоровья. Желаю вам хорошего здоровья. До свидания.